Марина, это ты? Марина, это ты? Марин, ну иди скорее ко мне сюда, я тебя совсем заждалась. Марина, наконец-то, где тебя? Разных и много занятий разнообразных. Учеба, тусовки, спорт, интернет. На всякие глупости времени нет. Что-то вредное, что-то полезное. Когда молодой, тебе все интересно. Ты с этим девизом по жизни идешь. А что за девиз? Даешь молодежь. И в общем не важно, где ты живешь. Даешь молодежь. Важно лишь то, что от жизни берешь. Летом кому-то прикольно на пляже, кому-то на северном полюсе. Даже нашим фантазиям нету границы. Не важно, глубинки ты или столицы. Рэперы, панки, эмо и готы. Утром учеба, ночью работа, с нами ты много по жизни идешь. Ты молодой, даешь молодежь. Даешь молодежь. Ты знаешь, что хочешь и долго не ждешь. Даешь молодежь. И как тебе нравится, так и живешь. Даешь молодежь. Да ладно, хорош. Уважаемые москвичи и гости столицы, приглашаем вас на незабываемую экскурсию по Москве. Вас ждут Воробьевы горы, Красная площадь, Третьяковская галерея, Храм Христа Спасителя. Незабываемые экскурсии по Москве. Ваганьковское кладбище, Новодевичье кладбище, Второй Московский крематорий. Подходите, будет ужасно интересно. Даешь молодец. Работай! Работай, я сказал, работай! Что ты смотришь на меня? Шевели колготками, работай! Чтобы сало по бокам не висело! Чтобы на пляже было не стыдно раздеться! Работай, я сказал, работай! Тренер, а можно вас на минуточку? Я сейчас вернусь, толстуха! Я все вижу, буженина! Да, что случилось? Вы знаете, мне очень нужна ваша помощь. Конечно же я помогу. Угу. Конечно же помогу, если не применишься, конечно же. Что стоим? Шевелим педалями, работаем, работаем! Из-за твоего тотального целлюлита тебя никто замуж не возьмет. Твои любимые джинсы не застегнутся. Хочешь носить колготки двоечку, а не четверочку? Давай, работай! Что ты смотришь на меня своими жирными глазами? Работай, работай! Давай, работай! Совокупность фазовых траекторий при различных начальных значениях системы дает легко обозримый проект этой системы. Для того, чтобы выстроить... Ну, Павел, я сяду. Макроусов, выйди и зайди, как я тебя учила. А вы записывайте, записывайте. Или вы надеетесь на свою память? Люда! Это я, твой необузданный зверь. Люда, я иду к тебе. Люда, накажи меня. Владимир! Люда, я весь горю. Я исполню все твои грязные Владимир. Желания. Накажи меня, Люда. Владимир. Не при всех же, Владимир. Люда. Хочешь, я порву твою одежду? Сама порви ее на мне. И вот мы здесь. Все работает? Снимаю. Меня зовут Михаил Башкатов, я живу по адресу город Москва, улица Тихомировская, дом 2, квартира 34. Меня зовут Андрей Бурковский, я живу в город Москва, улица Проспект Мира, 3, квартира 14. Давай, говори, ну. Меня зовут Аслан Бежоев, я живу по адресу... Ты, я не понимаю, для чего мы это все снимаем? Ты на это посмотри! Ты мне завтра спасибо скажешь! Андрюх, подожди, это... код от подъезда 2034. Мою девушку зовут Таня, не Лена, Таня. Подожди, меня зовут Аслан Бежоев, я живу в город Москва, улица Миклуха Маклай, 40, квартира 133. Да, и мы все друзья. Да. Все, ребята, давай. Поехали? Ну, ага. Так.
Открывай, давай. Подожди, поехали. Ты что, снимаешь? Бери камеру. Что? А, извиняюсь. И пиво на утро спрятано в рюкзаке. Пацанчик, подожди, есть телефон? Нет, телефона нет, извините. Да ты неправильно понял. Да, конечно, неправильно понял. Просто срочно позвони. Срочно? Ну, в милицию. А, в милицию, конечно. Вот. Благодарствую. Алло, это милиция? Срочно выезжайте. Сейчас на улице... Что это за улица? Что это за улица? Королёва. Королёва. На улице Королёва произошло ограбление. Украли мобильный телефон. Все, выезжайте. Стойте! Мужики, ну вы чего? Мужики. Алло, это скорая? Срочно выезжайте. Сейчас на улице... Королёва. На улице Королёва человеку неожиданно стало плохо. Возможно, черепно-мозговая травма. А также, возможно, легкие телесные повреждения, повреждения ребер и так далее. Все. Так вот, короче, вчера на его плече я обнаружила чей-то волос. Он не изменяет. Да нет, ты себя накручиваешь. Нет, я это давно заметила. Он стал холоден ко мне. Но ничего, я взяла этот самый волос и сделала с ним куклу Вуду. Сейчас... Кто переспал с моим парнем, где бы он ни был, поплатится за это? Не надо! Нет, надо! Ну, просто больно может быть. Ага. Сейчас тот, кто переспал с моим парнем, поплатится за это! Нет, так! Очень интересно! Света! Света! Ты Вася, да? Я Вася. Привет. Привет. Ну вот мы и встретились. Да. Слушай, а ты чё? А ты тоже? Я знаю. А чё? А для тебя. Прекрасно. Присаживайся. А, кушай. А я не хочу. Кушай. Я просто, прежде чем наши отношения станут серьезными, я решил показать тебе, какой я в реальной жизни. В обычной. Света! В чем дело? Не, ну давай я тебя буду обманывать, как все остальные. Всегда хрен поймешь вообще. Ну,
Пойдем. Чего? Пойдем, тема есть. Короче, смотри. Сейчас, когда офицер мимо нас проходить будет, мы с тобой целоваться начнем. Он подумает, что мы голубые, нас в армию не возьмут. Ты что, с ума сошел? Не буду я с тобой целоваться, не сумасшедший. Ну подумай. Полтора года в сапогах или чмок, и все. Свобода. Ну, офицер стоит. Давай, думай быстрее. Ладно, давай. Петельника! Опять здесь? Успел тебя поцеловать? Нет, товарищ майор. Сволочь голубая. Повадился в наш военкомат бегать. Пацанов целовать. Поймай, убью! Ой-ой-ой, поймай сначала! Младший лейтенант. Ну-ка, стой! Стой, я тут сказал! Стой, голубой! Стой! Стой я тебе! Красавчик! Я твое выпил. Все. Ну? Что ты на это ответишь, а? На троечку. На троечку? Не-не, давай, прямо сейчас кинь. Ну-ка. Не надо. У настоящего профессионала должен быть свой шар. С этим шаром всегда выигрываю. Даешь, молодежь! А сейчас он потеряет пистолет. О! А сейчас она вернется, а тот уже трупак. О! Я же говорил! А сейчас будет удар в челюсть. Заткнись! Ну, я же говорил. О! А, нет. О! Слышь, парнишка, иди сюда. Кто я? Да сюда иди. Ты что тут ходишь, а? Ты что, дерзкий? А что, собственно, случилось? Общайтесь. Слышь, ты чё, борзый, я не понял? Чё ты стоишь, а? Чё случилось? У меня брат кабан. Вот с ним и пообщайся, понял? Кабан. Алло, кабан. Тебе конец, кабан, ты понял? Ты труп, кабан. Ты понял, кабан? Я и брат, и тебя урою, ты понял? Чё ты сказал? Мастер спорта по борьбе, да мне плевать, кто ты понял? Я тебя найду, догоню и убью, ты понял? Ты труп, кабан, тебе конец, я тебя убью! Бойся меня, кабан, ты вообще кранты! Ты понял? На, иди отсюда! Иди, иди давай! Красавчик! А что он сказал? Да чё кабан, он и есть кабан. Чё кабан? Трубку не взял. Даёшь, молодёжь! Ну что ж, очень хороший зрачок. Итак, давайте проверим теперь ваше зрение, призывник. Смотрим на верхнюю строчку, закрываем левый глаз. Какая буква? А. Прекрасно. Это? Н. Замечательно. А рядом? У. Так, теперь другой глаз. Смотрим на среднюю строчку. Какая буква? С. Хорошо. А рядом? В. И теперь самое трудное. Нижняя строчка. Какую букву мы видим? Вот это. Б. Великолепно. У вас прекрасное зрение, призывник. Вы пригодны к военно-строевой службе.
Замечательно. Все, свободен. Следующий. Осторожно, осторожно. Проходите, проходите, молодой человек. Имейте в виду, что у меня по зрению от армии еще никто не откосил. Это что, твой долбанный пирсинг? На себя посмотри! Мы с вами не расцепимся! Надо скоро вызвать! Алло! Скорая помощь! Помогите! Алло! Привет! Привет! А тебя как зовут? Марина! Редкое имя! Я могу тебя угостить? Не откажусь! Текилу ей и мне! А поехали ко мне! Ой, ну конечно поехали! Конечно поехали! Ой, слава тебе, Господи! А я уж думаю, что мне никто не предложит! А я только сегодня из Воронежа приехала в Москву! А жить вообще негде! А подруги сказали, что надо туда прийти, а тут ты! Ой, спасибочки тебе, пожалуйста! Ну, чего ждать-то? Поехали, поехали! А я у тебя недельку поживу, да? Может, две? Даешь, молодежь! Ну, чего? Завалил. Убили профессора! Профессора убили. Короче, пал. Мы, короче, по тихой грусти, короче, с пацанчиками сидим, пал. Ну и, короче, тут раз такой, из кустов какой-то этот пешеход нарисовался, пал, короче. Ну я, короче, подрываюсь, мой, говорю, слышь, ты чё, кого, короче? Я, слышь, ты чё зришь-то? Ты чё зришь-то, Ладно, ладно, не распаляйся. Ты чё зришь-то? Ладно, ну чё, ты разъяснил ему этому типу-то, Я? Я говорю, слышь, ты чё, кого, короче? А пал, мухрю там, короче, в заднюю включил и пал. Чё зыришь-то, А ты чё зыришь-то? Вы чё зырите-то, И пал, вы чё себе вылупились, Чё шоу какое-то началось, Ты чё зыришь в натуре? Ты чё зыришь-то в натуре? Я тебя привезу сюда, говорю! Слышь, ты чё? Ты чё, братан, оставь-то нормально! Ты чё-то не стой-то! Да ты чё, слезай, нормально, чё-то? Ну и чё, ты с него как с понимающего-то спросил? Спрашиваешь, конечно спросил. Я говорю, ты чё в натуре, мухрю там.
Закройся за мной. Понял? И в следующий раз так не шумите, а то точно заберем. Даешь, молодежь.